Всем привет! С вами интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы kado.ru. И в этом видео я бы хотел рассказать про наши вилы для копки фирмы Offner. Это новинка в интернет-магазине. Ну как новинка? До этого были вилы без вот этой вот ступеньки. Сейчас они выпустили вилы со ступенькой. Да? То есть эта ступенька, она облегчает работу, да, то есть она увеличит площадь опоры, да, для нашей ноги. То есть это специальные вилы для копки. Имеют они такую пикообразную форму. Размер 30 сантиметров общего, длина лопасти, да, вот, рабочей части, и ширина 19 сантиметров. Креплятся к черенку они с помощью вот такой вот тулейки. Такие тулейки, они вот распространены в Европе, и в основном весь сейчас инструмент, он крепится, вот голова, рабочая часть, она крепится к черенку вот именно с помощью таких тулеек. Сама рукоятка выполнена, черенок, из ясеня длинноволоконного, и имеет вот такую рукоятку D-образную, комбинированная сталь и дерево. Очень прочная, удобная рукоятка для копки. Общая длина этих вил составляет 125 сантиметров. Вилы очень мощные. Производитель фирмы Offner, Австрия. Это один из лидеров, даже не один из лидеров, а лидер в производстве вил в Европе. То есть они делают вилы для копки, вилы для сена, для навоза и так далее. По объему они, по объему производства, это номер один компания, которая в Европе делает вилы. Вилы и косы. Одно из старейших предприятий Австрии. То есть сделаны они мощно, прочно, на века. Здесь вот мы имеем вот еще такие ребра жесткости. Вилы кованые. Тут еще клеймо Австрия. Покупайте эти вилы в нашем интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.